Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Приветствую вас на YouTube-канале Интернет-магазин Наули. Сегодня я сделаю обзор паровых воскотопок на 12 и 17 литров. На данный момент в нашем магазине представлены воскотопки на 12 литров из нержавеющей стали, 17 литров из нержавеющей стали и 17 литров из оцинкованной стали. Но обращаю ваше внимание, что корзина для закладывания воска сырья состоит из нержавеющей стали. Начнем с 12-литровой воскотопки. Значит, воскотопка состоит из верхнего бака, нижнего бака, крышки, корзины для закладки воскового сырья. Обращаю внимание, что в верхнем баке у нас имеется отверстие для выхода пара. И также сливная трубка для воска. Теперь перейдем к 17-литровым. По своей структуре они одинаковые. Единственное различие — это бак изготовлен из нержавеющей стали и бак изготовлен из оцинкованной стали. Но опять же обращаю внимание, что корзины для воскового сырья изготовлены из нержавеющей стали и в той воскотопке. Воскотопка на 17 литров состоит из двух баков: наружного и внутреннего. Корзина для закладки воска сырья. Заливное отверстие в верхней части бака и в внутренней части бака, в верхней опять же части, отверстие для выхода пара. Также имеется крышка. Закрываем. И трубка для слива воска. Перед началом работы воскотопку следует промыть горячей водой. Далее в пространство между внешним и внутренним баком через заливное отверстие мы заливаем воду до уровня вот данных отверстий и закрываем отверстие колпачком. В 12-литровой воскотопке вода заливается в нижний бак и пар у нас проходит через данное отверстие. Корзину заполняют воскосырьем и устанавливают внутрь воскотопки. Закрываем крышкой. Далее воскотопка ставится на газовую или электроплиту. Также можно ставить на открытый огонь. Под сливное отверстие ставится тара. В 17-литровой воскотопке образующийся пар проходит через внутреннее отверстие и расплавляет воск. Вытопленный воск сливается через сливную трубку. Актуальные цены на наши воскотопки вы можете посмотреть на нашем сайте www.uli.in или перейдя по ссылке под нашим видео. С вами была Дарья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока!